Всем привет, любителям природы, грибничкам, грибоедам. Сегодня у нас 5 февраля 2021 года. Вот решил опять выбраться по грибочке. Нахожусь я в Одесской области, буквально в 30 километрах от Одессы. И вот 5 дней назад была куча снега, а на этой неделе опять почти все растаяло. Вот такие вот небольшие кусочечки остались. Ну, попробуем что-то найти, обязательно вам покажу. Давайте вперед в посадочку. Так, супер погодка, конечно, сегодня. И вот буквально 2 минутки, как я отключился, поприветствовал вас. И вот первый такой результат. Зимние опята. В небольшом количестве, подмерзшие такие. Все-таки заморозок ночью был. Ну, качество очень приличное. Даже, может, что-то возьму. Радует, что не зря сегодня приехали. Да, красавчики, конечно, красавчики. Фламулина бархатисто-ножковая. Вот издалека, честно говоря, подумал, что фламулина на пеньке растет. А поближе подошел, оказывается, это аурикулярия. Такими красивыми грибочками. Супер, красавица огромная. Мясистая такая. Хороший, вкусный грибочек. Аурикулярия уховидная. На салатики годится. Жарят ее, супы варят. Все что угодно, очень люблю ее. Возьму немножечко. А вот еще интересная, очень неожиданная находка в корнях. По-моему, ясень, он сухой. Не могу понять. Вот что нашел, смотрите. Издалека увидел. Это вешенка. Только-только выросшая, молоденькая. Не понимаю, снег, морозы. Но ей, походу, все равно. Очень симпатичная. Возьмем что-то. То, что покрупнее, срежем. Не ожидал. Класс. Вот заметил издалека. Опятки на пенечке красивенькие, молоденькие. Пережили тоже снега, морозы. Вот под снегом были и какие красивые остались. Ну супер, конечно, красота. Все, даже может есть тут немножко что срезать. Все, будем брать. Ах, весна прям. Синички кричат. Красота. Супер. Вот, грибнички, нашел красоту. Я в восторге, класс. Сколько я прошел. Вот такая семейка фламулины. Тут ниже вот еще есть. Может, не очень хорошо будет видно, тут то солнце, то тень. Вот тут одна большая растет. Они все нормальные. Может, не сверхмолодые, потому что вот дальше есть и старенькие. Эти уже отжившие 100%. Вот дальше выше есть подсохшие. Ну, тут они одиночно по стволу попадаются. Вот семеечка еще небольшая. Но, и, блин, там метров 12 на дереве. Тоже есть семейки. Видно вам, не видно. Вон. Это очень высоко, тут никакая палка не поможет. И там еще выше есть. Ну, мне хватит той, что внизу. Я уже рад. Все, красота. Все, срезаем, супер. Вот еще метров 20 прошел и сразу, ну, малыши, правда, взять тут особо, я думаю, нечего, может, пару штучек разве. Но по всему стволу такие молоденькие семеечки, где-то, ну, очень много. Тут с другой стороны даже совсем малыши, вот.
красавчики, такие красавчики. Ну, будут еще опята, наверное. Все, класс. Вот, аурикулярия продолжает попадаться. Очень мясистая, налитая. Много достаточно. Вот, присел я ее собрать. Посмотрел. Вон посмотрел. Смотрите, какой огонечек вдалеке. Красивый. Вот, на пенечке. Вот такая фламулинка красивая. Зимний опеночек. Очень красивая. Ну, даже можно взять. Приличная. Все, идем дальше. И вот только выключил камеру и увидел на соседнем стволе. Вот такая красивая семеечка. Очень симпатичные. Ну и дальше там еще одиночные есть несколько штучек. Выше по стволу, но их, наверное, не достать. Красота! Ой, вот еще какой-то грибочек нашел. Не помню, как он называется, к сожалению. По-моему, пицица какая-то. Ну, надо будет глянуть. По-моему, условно съедобный. Не видел я их еще в этом году и в прошлом тоже. Очень интересный. Ну, прикольно. Так, переехали чуть на другое место, тут ближе к речушке. И вот на пенечке опять красотушка. Смотрите, фламулинка попалась. Немножечко маленькая семейка. И на этом же пенечке маленький кустик вешеночки. Красотища. Сейчас пройдемся дальше. Тут тополей много. Вот и пеньков таких много. Посмотрим, может, что-то еще найдем. И вот такую еще красоту нашел. Тут же возле речки на новом месте. Вот такая вешеночка, две штучки. Сейчас посмотрим. Вроде бы ничего. Очень и очень хорошенькая. Ну, конечно, возьмем. Не ожидала сегодня вешенки, но уже нравится. Вот еще интересно, нашел тут пенечек, вот там фламулинка в нем спряталась, плохо видно было, отковырял от листиков, от веточек, там он ниже еще, видно чуть-чуть есть. И с другого конца там тоже, а вот тут вот на земле, ну из корней, наверное, несколько штучек растет, такие чуть-чуть подуставшие, конечно. И вот на рядом еще пенечки тоже вот такие, не очень свежие, но есть. Тоже возьмем. Класс. Уже не хотел снимать ушки. Их много попадалось достаточно. Но это я не удержался. Вы посмотрите только на этот грибочек. Он просто огромный. Я сейчас покажу вам. Ну, вот такое ушко. Оно тяжелое, налитое. Супер, там таких несколько. Ну, берем, конечно, супер. Вот, еще ветку нашел интересную. Прямо на дороге практически. Ну, в смысле, дороги тут нету, там, где я шел. Валялась. Вот столько вешенки на ней. Качество еще не знаю, сейчас проверим. Не знаю. Но... красиво, очень красиво. Я доволен. Тут килограмма 3, но была бы хорошая. Супер. Ну что ж, друзья, буду прощаться с вами на сегодня. Очень много километров прошел. Немножко подустал. Вот такие вот остатки зимы. Снега уже гораздо меньше, чем было всего 5 дней назад.
Скоро увидимся, услышимся с вами. Через недельку-две обязательно будет новая прогулочка. Спасибо, что посмотрели. В конце обязательно будут фотографии и покажу вам результат. Всего хорошего. До свидания.